У себя во дворе на террасе в кресле сидит старушка, на коленях у нее кот ангорский, она его поглаживает, вспоминает свои былые годы. Тут появляется фея и говорит: «Вы знаете, мы там наверху посвящались и решили, что так как вы прожили такую богатую, хорошую жизнь, не грешили ничего, мы решили дать вам шанс и исполнить ваши три любые желания. Какое у вас будет первое желание?» Старушка сразу: «Ой, ну, что приходит на ум человеку? Денег! Хочу много-много денег! 100 миллионов! Пожалуйста, будут вам 100 миллионов у вас на счету!» Взмахивает палочкой, и старушке приходит уведомление, да, молодая, то есть современная старушка, приходит уведомление по телефону на ее адрес, что у нее в банковском счету 100 миллионов долларов. «Это какое у вас будет второе желание?» – спрашивает фея. Старушка так: «Ну, раз деньги есть, вы не могли бы сделать меня опять молодой, симпатичной, красивой, стройной, чтобы на меня все мужчины заглядывались, лет так на 20, на 30, а то и на 40 помоложе? Пожалуйста!» Фея взмахивает палочкой, все, и уже в кресле сидит не старушка, а молодая девушка, фотомодель. «На третье желание у вас какое?» Это уже девушка говорит: «Знаете, я так люблю моего кота ангорского, вы не могли бы сделать из него не кота, а высокого стройного блондина, чтобы он меня любил, и чтобы фигура у него была атлетического сложения?» «Пожалуйста, без проблем», — взмахивает фея палочкой и исчезает. Ну, а перед этой хозяйкой дома уже не кот ангорский пушистый, а высокий стройный блондин. Она говорит: «Ну, теперь мы будем любить друг друга, пока не состаримся». А он так посмотрел на нее и говорит: «Да, а помнишь, как ты меня котенком к ветеринару кастрировать носила?»